Связист ТВ. Узнай новости первым. Непосвященный зритель не догадается, что на этой доске интересный момент поединка. Кставчанин Максим Жуков, титулованный шахматист, мастер фиде, близок к тому, чтобы вырвать преимущество у соперника из Нижнего Новгорода. Этот прием называется «вилка», когда под ударом оказываются сразу две шахматные фигуры. После игры Максим признается, что это был самый интересный момент партии. Что я успел воспользоваться там нападением на ферзя ладьей. Нельзя бить ладью, потому что проигрывается ферзь. Так из-за этого я выиграл пешку. Первенство области по шахматам среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет открылось в Кстовской шахматной школе. Всего в соревнованиях принимают участие 57 спортсменов со всей Нижегородщины. Соревноваться шахматисты будут по швейцарской системе. Победителя определят по общему результату за 9 сыгранных партий. Здесь самый сильный состав наших молодых талантов, так скажем, значит, которые защищают честь Нижегородской области на российских и на международных соревнованиях. Подобные соревнования – это еще и хорошая возможность для начинающих спортсменов набраться опыта. Среди восходящих звездочек – 9-летняя Алина Умилина. Она только начала участвовать в областных соревнованиях, но уже занимает призовые места в своей возрастной категории. Ну, меня родители отвели, и меня это сильно заинтересовало. И я начала заниматься. Для ума как бы развивают. Первенство области в этом году завершится 29 августа. А уже 2 сентября также на базе детской шахматной школы в Кстове состоится ежегодный открытый турнир, посвященный Дню города. В нем примут участие сильнейшие мастера спорта по шахматам. Евгений Мельников, Андрей Ярасов, Связист ТВ.